кобра. Посмотри на воду, Баки, она так искрится. Да. Пойдем. Кто это? Ты не знаешь? Это Симба и Баки, наши будущие короли. Привет, как дела? Отлично, а у вас? Прекрасно. Нам так нравится быть бабочками. Давно мы не виделись. Только посмотри, Баки, у тебя рога выросли. И сам ты подрос, вот это да. И ты, Симба, ты стал сильнее. А какая у тебя красивая грива. Да. Надеюсь, еще увидимся. И я. Здорово было бы. Пока, малыши, берегите себя. И вы, бабочки. Бабочки всегда в таком хорошем настроении. А ты бы хотел летать, как они? Ну, я не люблю высоту. Эй, пойдем, а то опоздаем на тренировку по футболу. Да, чуть не забыл. Ой, кто-нибудь, помогите! Я попал в ловушку! Кажется, это Олли, он в беде. Стой, может, это Шерхан? Оливетта, скорее на помощь! Он меня съест! Отпусти меня, задира, хватит! На помощь кто-нибудь! Помогите! Кто-нибудь, помогите! Кто посмел мешать мне ужинать? Оли! Отпусти его! А ты кто такой? Я Симба, и ты собираешься съесть моего брата! Отпусти его! Что за малявка? Может, окажешь мне уважение? Ты не представляешь, как я силен! Ты врешь, и я тебя не боюсь! Я вру! Ну, смотри! Ты пожалеешь об этом! Нужно, чтобы он отпустил Оли! Эй! Иду. Нет, это слишком опасно. За мной. Ну что ж, я еще доберусь до тебя. Так, Симба, скорее за Оли. Все чисто. Быстрее. Симба! Оли! Я уверен, за этим стоит Шерхан, он об этом пожалеет. Не с места, там огнедышащая кобра, стой! Уверен? Он гнался за Олей и Симбой? Не знаю, я из-за дыма и клют своего не видел. Все хуже, чем я думал. Оли, Симба, где вы? Симба, ты меня слышишь? Я отведу вас туда. Может, это поможет. Да, организуем поисковый отряд. Я с вами. Багир, смотри, кто там. Точно, они справились. Ха-ха.
Он очень слаб. Я понесу его на спине. Давай. Оли. Мой малыш. Оли. Ты в порядке? Спасибо. Симба, ты весь в отца. Балу, отнеси его в клинику. Вот так. Багир, я волнуюсь. Кобра такой злобный. Его укус мог бы убить слона. Я знаю, он опасен. Мам, мам! Ты нужна Оле! Нельзя позволить кобре творить такое над всеми. Он должен уйти. Багир, я слышал, у нас появилась огнедышащая кобра. Это так? Да, он чуть не съел малыша. Ясно, волчица расстроена, да уж, я ее понимаю. Кобра жесток. Опасная рептилия, правда? Но это всего лишь змея. Может, Ка знает, как с ним справиться. Я тоже об этом думал, пойду к нему завтра. Ведь он король змей, а я пока посмотрю в книгах. Может, там что-то есть. Баки, вставай! Нам пора! Симба, ну, я хочу поспать! Нам нужно увидеть Ка! Зачем, Симба? Чтобы избавиться от кобры! Да идем! Я расскажу тебе, что слышал! Ты мне расскажешь или нет? Позже. Кто здесь? Это он. Вот мы и встретились. Что ты здесь делаешь? Хотел узнать, каков на вкус будущий король. Мечтать не вредно! Ну ты наглый. Вчера лишил меня ужина, а теперь умничаешь. Это мои джунгли, и тебя сюда не звали! Может, заключим соглашение? Ты иди, а я позавтракаю твоим другом. Как бы не так! Баки мой лучший друг! Я ничего с тобой заключать не стану! Ну, как хочешь. Вот так. Что здесь происходит? Симба, что привело тебя сюда? Мы спасены. Мы так рады тебя видеть, Ка. Вовремя, как всегда. Почему мне кажется, что вы опять во что-то вляпались? Что происходит? Кобра, ты их беспокоил. Я просто веселился. Немного змеиного юмора. Тогда я дам тебе небольшой змеиный совет. Их избрала большая медведица. Они однажды станут королями джунглей и леса. Мать природа не хотела бы, чтобы с ними что-то случилось. Но я это запомню, Ка. Так что оставь моих друзей в покое. Как скажешь. Он разбойник. Его яд смертелен, и он в ужасном настроении.
Знаем. Так как нам его победить? Никак. Просто убегайте от него зигзагами, как змеи. Ну, а теперь можете идти домой. Он вас не тронет. Ладно. Спасибо, Ка. Симба, Баки, а что вы так рано пришли? Нам нужен совет по поводу кобры. И мы ходили к Ка, и он сказал кобре отстать от нас. Правда? Тогда почему он смотрел на вас так, будто хотел съесть, когда вы пересекали реку? Будьте внимательны. Пока. Быть не может. Я слышал, как он обещал Ка не трогать нас. И я... Тогда кобра сказал, я это запомню, Ка. А Ка сказал, ему отстать от нас. А потом он уполз, и мы его больше не видели. Благодаря Ка мы можем жить спокойно. Пойдем на охоту. Вперед! Давай, за мной! Так, за кроликом, ладно? Ты покажешь нам опять, как его найти? Нюхай и иди за запахом. Понимаешь? Тревога! Тревога! Кобра направился к вам! Все хорошо, не бойтесь. Ка сказал ему не трогать нас. Вперед! Наперегонки! Помогите! На помощь! Пахнет оленем. Змея всех обманула. Пойдем. Нельзя ему было верить. Вот бы знать это раньше. Я бы попросил Ка избавиться от него. Минутку, здесь недалеко пещера Шерхана. Знаю, но кобра-то не знает. Что тут они делают? Откуда ты знаешь, что он преследует нас? Я его чую. Теперь, надеюсь, Шерхан погонится за ним. Эй, проснись. Слушай, я видел Симбу и Баки. Шутишь? Может, они хотят сдаться. Позови всех. Нам все понадобятся. Ясно. Сработало. Хозяин, спасай, у нас проблемы.
Мам, было так страшно. Слышу Оскара. Ой, спасибо, Балу. Ты нашел Симбу и Баки? Нет, их никто не видел с самого утра. Может, они отправились на поиски приключений? Чего вы волнуетесь? Кобра опять за детьми следил. Он за ними через весь лес гнался. Нет, не может быть. Боюсь, что да, Ака. Малыши пришли домой, но Симбы и Баки нет. Ну тогда дни кобры сочтены. Багир, есть новости? Нет. Лучше послать за Людвигом. Привет всем! Вы пришли! Привет. Кобра на вас не напал? Нет, все хорошо, но избавились мы от него нелегко. Пришлось заманить его в логово Шерхана. Зачем же вы так рисковали? Мы думали, что Шерхан с коброй справится. Но он предоставил это Курде. Но его нужно остановить. Он все разрушает, без причины. И преследует нас. Да, он злоупотребил нашим гостеприимством. Я позабочусь обо всем. Это я виноват, что он все еще здесь. Удачи. Ка! Стой! Ты должен кое-что знать. У него две головы, и они дышат пламенем. Он очень быстрый и проворный. Не подставляй ему спину ни за что. Думаю, тебе понадобится наша помощь, чтобы избавиться от него. А? Пепелю! Сюда! Где Симба? Вперед! Yeah.
Он еще движется. Бежим отсюда. Аман займется им. Баки, получилось! Вы были такими храбрыми! Больше кобра нас не беспокоит! Совместные усилия всегда дают хороший результат. Отец Симбы всегда так говорил. Уверен, он был бы очень горд своим сыном сегодня. Наши друзья подросли и стали увереннее в себе. Каждый день приносит им новую крупицу мудрости. Не пропустите их новые захватывающие приключения.